Эй-ей, всем привет, дорогие друзья! С вами Димас, Бармалей, Дарк Драгон, Гриша, пацанчики, поздоровайтесь. Здорово. Я буду за аниматроника. Если пьете, кушайте, приятного аппетита, а я буду начинать пацанов пугать. Все, даю вам 10 секунд для того, чтобы вы освоились и приготовились. А я буду сегодня брать аниматроники со всех паков, которые у нас есть. Все, не листай. Слышно вам? Да. И меня слышно. Все, не врубай камеру. Ставьте лайкосик, подписывайтесь на канал, потому что ролики выходят каждый день. Стараемся для вас. И давайте добьем уже 1 миллион подписчиков. Очень хочется. Кто без маски, того мочу. Там есть маска, Фредди, одевайте ее. О, вы нажали на кнопку. Пусть болтает. Так, а мы пока есть. Давайте будем постепенно, мне кажется, жестко, не надо с вами. Ой, Фредди, здорово. Я иду, все хорошо у нас, все по графику. Так, Драгон, молодец, одел маску. Я лучше отойду, чтобы не дышать сильно. Да. Подождите, я... А, у меня нет другого режима, я могу сквозь землю пролазить. Нет, это нравится. Чпоникс. Я приближаюсь. Режим полета отключу. Я вижу, пацаны летают. Давайте, чтобы все было по-честному. Я просто застрял. Все, нельзя застревать. А застрял за того, что летаешь. Все, так, кто у нас стоит без маски? Сейчас его замочу. Бармалей, прощай. Обстоятельства. А, Гриша. Гриша одел маску? Да. Ты видишь эти уши, которые торчат сквозь другие уши? Вот как я могу догадаться, что одел маску? Еле видно. Это прикольно. Маска с ушами. А что вообще костюм переодет ты в аниматроника? Что это за дела? Страшно? Побежал. Ой, задержка. Так и должно быть. Я маску не могу взять. Так, ну, давайте ладно. Сейчас мы возьмем. Я очку, я посижу за дверью, посмотрю за вами всеми. У них что, одинаковый звук у всех? О, мне это нравится. О, Фокси. Нет. Ты мой скин украл. Я приближаюсь. Это пистолет. Ой, что ты со мной? Я вас не пущу. У кого нет маски, того убивай. Извини. Я забыл, что он убивает на расстоянии. Так. Сиди здесь там. Я вижу. А что ты их не пускаешь? А потому что я не скинул прав. Так, хорошо. Если ты сейчас их в течение 5 секунд не впустишь, я их убью. Я иду. Ладно. Убивай. Мне не жалко. А что ты такой жестокий? У меня скин украл. А, он в маске был? А, да, в маске, я вижу. Он на МТФ, и снова скин. Можете, кстати, мне мины наставить или что-то такое за подлянки, чтобы было интереснее. Так, разнообразим немножко. Я сейчас к вам приду незаметно. Ладно, кто хочет зайти? Пускай. Так, я вижу, кто-то мины уже бросает. Давай, попробуйте меня задержать. Блин, это Сина Палевна. Ты на меня бомбу прилепил. Алло. Ауч. Я тоже прилепил. Ого, ты на шпагат сел, это было смешно. Ладно, я понял, мне надо валить. Так, давайте понаблюдаем, что они будут делать. Пацаны, кстати, кто хочет там и записывать, можете зайти в наш Дискорд и записываться на ролики. Потому что, видите, каждый раз с нами записывают новенькие подписчики. Один точно ни разу не записывался. Я видел тебя. Да? Да. Ух, ё-ё. Кстати, у меня осталось 2800 жизней. Блин, а чё, сильно видно, да, Ник?
Отстоится. Или ты фонариком палишь? Не, вот эти хочу. Тарас. Так, продвигаемся. О, блин, опять ты меня бомбу приклеил. А как это теперь? Меня будет постоянно видно, да? Ну, не совсем, тебя опять. У меня на пузе бомба, взорвите ее. Ой, его так не видно, смотрите. Если я вниз смотрю, она под землей. Офиг. О, все, взорвалось. Спасибо. Так, 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 так. Давайте уже добивайте, 1900 жизней осталось. Не так уж и много. Ты где? Я здесь. За вами наблюдаю. Ушли. Ушлите. Вы на своего бомбу приклеили, это нормально? Нормально. Дарк Драгон, успокойся, это же свои. Я не виноват. Они просто виноваты, что я здесь. Понятно, я видел где-то. Он на телевизоре был. Ой-ой-ой-ой-ой. Что-то, пацаны, дверь, да, не открывается? Я не пущу вас. Я дверь держу специально, держу дверь своим корпусом. Подождите, пацаны. Меня не подвинуть. Так, я вижу, ходит, ходит. Садите. Ходим. Ого, это жесть будет сейчас. Подождите, не, подождите. А дверь отломается или нет, мне интересно? Ой-ой-ой. Хорошо взорвалось. Ты своих убил, а я целый. Я почему-то держу двери, просто упираюсь в нее и иду вперед. Дайте я, подождите. Что ты взял там? Подождите. Давай, пробуй. Попытка хорошая. Нет, фигово. Фиговая попытка, ну давай хорошую. Я еще одну вещь. Так, я вижу, что они там делают? Это нельзя. Отойди. А это что ты взял? Я прям в глаза охраннику смотрю. Ого, это больно очень. Пробил. У меня осталось 300 жизней. 399. Что будете думать дальше? Ой-ой-ой, хорошо, что в бок отошел. Еще б чуть-чуть. Я сбоку, в боку смотрю. Он не может попасть. Я слышу, как вы на дверь налепляете что-то. Ой-ой-ой, рядом. Я просто в стороны в сторону хожу. Помазал. Ну. Вот. Хорош. Я сзади вас. Вы что, меня не видели, что ли, пацаны? Я сзади вас был и рассказывал, что я там внутри. А вы меня мочили. Так, давайте, 280 жизней. Я вас верю. Убил. Дарк Драгон, молодец. Убил. Красавчик. Улетаем сразу. Бега. А дверь снова. Так, давайте возьмем какого-то побольше страшного такого. Мы сломали дверь. На весь экран, аниматроник. Это танк. Так, в маске. Убивай. Не в маске. Дверь надо сломали. Быть в маске. Дверь сломали? Ну как мне? Да давай вообще ее удалим, нафиг она нужна. Нет дверей, нет проблем, я пошел. Ой, я знаю, какую вещь помогу вам. Так, давайте понаблюдаем за ними. Ой. Чё ты стрельнул? И меня убил. Я на одной линии огня оказался? Да. Не, ну так, конечно, честно. Я хотел другую взять. Оказалось не так. Где та вещь, которую хотел найти? Безопасную. Странно, у меня анимация ходьбы. Очень странная. А, рикошет. 10 тысяч жизней, я ж металлический. Так, в маске. А маску куда делать? Не в маске. Я маски еще. Эй. Спасибо. А, у меня столько жизни много. Плохо не. А, я не видимо могу встать. Все, отлично. Эй, успокойся. Ладно. Не, где мое любимое оружие? Эй! Аккуратно, чуть не попал по мне. Еще б чуть-чуть. На. Ты что его убил? Он застрел. За что? Нельзя своих мочить. Эй, он меня спалил!
Блин, Гриша красавчик. Еще б чуть-чуть, да. Он начал туда лезть, а я сижу на картофанах. Понимаю. Понимаешь? Что вы мне сделаете? Дай вылезти. Так. Надо валить. 600 жизней осталось. Отлично. Давайте здесь посидим. Так, пацаны, давайте я сейчас сделаю. Я вам сейчас западло сделаю. Так, так, так. Что у меня тут есть западло им дал? Сейчас мы им напакостим. Ой, ёпта. Прощайте, я пошел. На, да ёпсу, вот ты. Это жесть. Хорошо мне противогаз. Ого, тут пол карты черный. Давайте еще жахнем эту бомбочку. Сейчас не проверю, надо. Сможет ли карта вся черная стать или нет? Мас, можно я тут? Взорвешь? Давай, взрывай. Бум. Кстати, эта бомба не взорвалась, а взорвалась. Е-е-е, красиво. О, красота. Эй, друзья, ну что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, вступайте в группу ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока!